Наурыз мейрамының қарсаңында біз тал егіп бастадық ағаштарды. Оның үстіне бүгінгі егіп атқан ағаш қырым қарағайы. Қалада бұл ағаш өте аз, жоқтың қасы деп айтсақ та болады. Сонтан осы теңіз жағасына қарай үлкен мәуелеп биік өсетін ағаш болғаннан кейін осы жерге біз жоспарладық. Осының осы жерде 40 қарағай ағашы егіп жатырмыз қазір. Көгілдандыру мәселесі оңтайлы шешімін табу мақсатында жұмыстар жасалынып жатыр. Ботаникалық бақтың жағынан ағаштардың әртүрлі алуан түрін қай жерге егуін, қалай егуі жөнінде ғылыми әдістемелік жолдарменен көрсетіп жатырмыз. Енді биылғы жылға егіліп көгілдандыру мәселесінде басқаша бастамамен басталғандықтан мен оңтайлы шешімін тауып, біз жақсы нәтиже көреміз деген үлкен үмітіміз бар. Еліміз, халқымыз аман болғай, қазақ елі аман болсын. Бисмиллах. Все садят на бум. А умники-то читайте приусадебное хозяйство. И поглубже заглубишь, где предварительные корни. Если бы вы видели, как они трудно растут, какой у них процент гибели. Понятия корневой шейки не имеют. Массовая гибель заглубленных саженцев. Массовейшая гибель. Но не замечают чего? Медленный рост, болезнь. Первые несколько лет оно болеет. Оно дает медленные приросты. Она перестраивается, у нее корневая под землей, штамбик под землей, он же гниет и в то же время корни дает, и она борется за свое существование. Другая беда в том, что автоматически перенесли этот прием на любое дерево. И тут же, открывая же этот средство массовой информации, журналы, газеты, тут же нас учат сопливо. Один себя называет там кандидатом наук, хотя явно, что несколько лет всего-то, может, и садил деревья. Вот. А второй называет себя экспертом, где на наших глазах выкапывают яму, заполняют ее гниющим этим содержимым, вот, из-за которого гниют корни. Корни должны быть стерильной земле, иначе они их не успели посадить, они изувечены, ведь пересаженный саженец – это калека. И они сразу изувеченные начинают гнить. Цифровые фотоаппараты с экранчиками, фотографии. Где больные несчастные деревья ростом от колена до моего. Все гнилые, гнилые. Почему у меня листья почернели? Ну, я-то догадываюсь, что причина там, под землей, что как садили? Ну, конечно, ясно как. Ясно, что заполнили там навозом, дерьмом, по-русски говоря. И получается клоака, что-то непонятное. И туда искалеченные корни. Какое к черту? А потом, какое к черту дополнительные корни? Раскопал, а там уже все сгнило.